Всем привет! Хочу сказать, что для того, чтобы быть здоровым и не болеть, нужно окунаться в прорубь как минимум 2 раза в неделю. Для меня это воскресенье, так как выходной, и любой будний день после работы. Вот приезжаю в экстрим-парк, и здесь всегда подготовленная прорубь. Вот сейчас, секундочку. Я прихожу, захожу в прорубь и окунаюсь. Сейчас чуть-чуть намокло лицо, но это не важно. Вот, очень красивый закат. Я в водичке. Радует то, что здесь всегда приезжают моржи окунаться, и здесь всегда подготовленная прорубь. А сегодня на улице вроде минус 15, так что вот мои руки даже прилипают к перилам. Но в воде очень хорошо. Сейчас поприседаю, подкачаю себе мышцы, попу и буду окунаться еще 2-3 раза. Так что, если хотите быть здоровыми, приезжайте в экстрим-парк. Вот это место, там еще дальше есть еще одна прорубь. И окунайтесь. Или пишите мне в личку, будем вместе окунаться, закаляться и не болеть. Пока!